Был сход граждан, когда было обсуждение проекта самого, представляли его видеопроект, и люди многие что сказали, где какие вот недостатки, где надо сделать уклоны, чтобы вода с дороги уходила, что подъезды к пожарным гидрантам, чтобы были открыты. Вот это все было учтено, и сейчас это вот все выполняется. Это учли в проекте, сейчас это все должно на практике быть. Еще идут все черновые, видите, еще идет только подготовка. Все копается, все убирается. Дело в том, что подрядчики молодцы, что они где кучи сделали, они сразу же подходит техника, сразу все это вывозят, что нет на дорогах вот этого вот заторов машин, ничего, что это все вот... Ну, мы вот сейчас обратили внимание, что вот они там устанавливают бордюры, а бордюры уже видно, что они не лучшего качества. Они начали сыпаться и крошиться. Ну, вот которые где там бордюры, где устанавливали, вчера смотрели, сказали, что будут... там что-то менять или устранять, где как. То есть вы уже обратили внимание? Да, вчера, потому что были, все прошли, посмотрели, сразу записывали, какие где замечания. Что пока еще все не уложено. Они, что где начали цементировать, сказали не цементировать сейчас, пока не сделаны все эти водоотводы, что они поторопились малость.